Во всем мире ежегодно 3 воскресенье ноября отмечается памятно значимая дата, день памяти погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня Верхнекашмирская госавтоинспекция с сообществом взаимопомощи на дорогах Верхнекашма-Сабирайск решили также почтить память тех, кто с нами не был в дорожно-транспортных происшествиях. Мы провели памятную акцию на центральной улице города, почтили минуты молчания память тех, кто, как я уже повторилась, никогда, к сожалению, не является своим родным и близким, и запустили символично воздушный шар в небо, дабы напомнить нашим гражданам, нашим водителям, нашим пешеходам о том, что один неверный шаг может оборвать, к сожалению, ни в чем не повинную жизнь.